Город к Новому году готов. Все украшения, которыми планировали городские власти в этом году нарядить улицы Владимира, уже на местах. В этот раз были установлены не только елки, а также новые световые фигуры и подсветка зданий. Работы начались еще в ноябре. Оформление проходило по инициативе администрации города на деньги спонсоров и бюджетные средства. Подключением освещения праздничного оформления занималась МКУ благоустройства. Сделано световое оформление зданий, сооружений. Ну, готовимся к празднику, готовимся, чтобы наш город был очень красивый, чтобы был настоящей столицей Нового года. Также от новогоднего освещения засверкали городские проспекты. Новые световые гирлянды появились на Октябрьском проспекте и улице Большой Московской. Оформили живые деревья и на проспекте Ленина и улице Горького. Специалисты МКУ благоустройства позаботились и об обеспечении электричеством новогодних ярмарок. На 4 площадках к электричеству подключены 45 шале. В этом году статус новогодней столицы был присвоен Владимиру. Чтобы оправдать это почетное звание, в городской администрации постарались, и на улицах города появилось более 70 елок и других световых украшений. Не только в вечернее время, но и днем горожане спешат на ярмарку и елочный базар за подарками и сувенирами. Новогодние украшения городских улиц никого не оставили равнодушными. Особенно юных владимирцев. Кстати, для них на большом экране рядом с елкой на Соборной площади целый день показывают добрые новогодние мультфильмы. Ярмарка красивая, площадь хорошо оформили, елочка красивая, дом Деда Мороза красивый, да все красивое. Ну, в этом году лучше, чем в том году. Намного интереснее, можно что-то посмотреть уже, выбрать и детям интереснее покататься. В добром тоже украсили очень хорошо. Карина Трошенская, Константин Миронов, 6 канал.